Доброе утро! Вы смотрите канал Форекс Новостей, Инстафорекс ТВ. Я Ольга Витковская. Подробнее о последних новостях. В то время как американская экономика разочаровывает своими данными, Азия продолжает внушать оптимизм. В пятницу Министерство труда США опубликовало информацию относительно числа рабочих мест вне сельского хозяйства. Согласно предоставленным данным, в первом месяце 2013 года экономика Соединенных Штатов создала всего 157 тысяч рабочих мест. Это меньше не только предыдущего значения 196 тысяч, но и прогнозируемого показателя 161 тысяча. В результате окончательного пересчета уровень безработицы за январь вырос на 0,1% к 7,9%. Тем временем азиатские страны демонстрируют противоположную динамику. Так, в Филиппинах, Тайване и Сингапуре уровень безработицы опустился до своего пятилетнего минимума, а вместе с небывалым приростом ВВП, которые не отстают от показателей Китайской Народной Республики. Многие эксперты уже уверены в том, что лидирующие позиции США и Европы вполне успешно будут оттеснены достижениями азиатских рынков. Будьте в курсе событий финансовых рынков с нами на InstaForex TV. До свидания.